Мне как-то самолет потом разгружать надо будет рано. Я того крана взял. Сейчас куда мне не цепляется. Ну все, поехали. Темпику какой? А? Да. Можем то, можем другое. Где тебе? А, ну нам куда? Туда же? Да. Даже номер самолета есть. За мост не зацепиться мостом. Постирайся. Вообще пройдет? Будет прикольно, если не пройдет. Фига, не идет он. Здесь можно где проехать, не знаю. Камушек.
Почему я не могу сделать? Чего? Я хотел хвост оттащить сюда. Стой. Не знаю почему. Не знаю, почему она не цепляется. Я думал, хвост оттащить. Не, я зацепился за камень, поэтому я не мог развернуться. Еще дерево тут мешает, понятно. Так, потом за меня зацепись, я оттащу его. А что он оторвался? Тяжелый, наверное. Не там зацепился. Надо вперед проедь. Я на дереве сижу. Понимаю, я хотел. Не надо, мне надо. Меня дернуть надо. Блин, уехал. Поудобнее встать, уехал. Все. Да так нормально, давай. Итак, Союз. Хоть бы знак поставили, что не пройдет. Крупно говорит на груз. Знак стоит, что высота максимальная, по шерсти не поставили. Что вот этот прицеп вот мешается? Дерни его, пожалуйста. Да, вот с такой дурой еще надо туда залезть в гору. Придется другую технику брать. По какому пути? А ты что, попадаешь или? Ну, не знаю, залезу я на такой пониженный. Особенно с этими ножками. Там говорил, что это полезно. Бочка, масло, бочка, там как бы. Не. Тоже низкий был. Thank you.
Чёрный? Не-не-не, но... Хвостом цепляет за стол. Сейчас побольше радиус возьму. Чё говоришь? Я говорю ближе к забору, а то опять на стол повесили. Так я и так ближе к забору. Сначала до гаража. Зачем? Менять хотел машину. Я попробую на этой. Откуда будем заезжать? Оттуда, наверное. Надписи. Ну да, там вроде дорога по это. Не такая здесь. Сейчас попробую. Медленная, ну все. А ты хочешь, здесь поехать? А что, на машине? Ну давай, попробуй. Нет, здесь я, наверное, не съеду. Наверх.
Что говоришь? Вот о чем я и говорил, что по Брезе он у меня быстрее идет. Ну, скорость та же, что по асфальту. Ну, странно. А по асфальту он не едет. Одинаковая скорость, что по асфальту, что по грязи. А у тебя по асфальту быстро, а по грязи по грязи. Правильно, я еще и груженный. Да его все равно. Не хочешь кто-нибудь за тебя цепляться, но никак. Автоматически даже где-то рано пока. Там на мосту не развернется. А через букву что приезжал? М? Через букву, если ехал? Вполне возможно. Либо здесь сейчас развернуться, и отсюда задним планом туда. Очень сложно. Нет. Нет, ну, может быть, в каких-то местах. Там на перекрестке можно будет. Недалеко развернуться, туда. Хотя там тоже там музейка так, тропинка. Надо заправиться. Хвостом по машине себе провел. Поцарапал? Да. Хвост стоит в машине. Да. Только удалить груз, распаковать нельзя.
Чего? Знак снес. А я не вижу, что у меня там сзади творится. Поехали через Буковки. Здесь будешь разворачиваться или там? Сейчас там попробую. Что сейчас было? Колесо и подвес. И двигатель. Ну езжай, езжай, езжай. Не получится развернуть? Не, смотри. Так. Нет, ну я не пролезу через мост. А, да, хорошо. Мост широк. Я там сейчас будет. Конечно, попробую. Туда спуститься. Не надо. Нет. Я его сейчас так же тяну. Конечно, удумали такую дуру сюда затянуть. И надо для съемок. Представь, сейчас мне жду Буковок не проедет. А нет, на точку. Главное, чтобы здесь не подосился. Вот кто его там бросил? Вопрос, конечно, хороший. Ты его сюда тогда бетонные плиты тащил? Ты это бросил, если что. Вот интересно. Надо документацию посмотреть. Ты на лебедке подтянул бы его. Пойдет? Наверное, пойдет.
Ну вот, смотрю. Не могу, ни вперед, ни назад. Промыж колес стало. А меняться, блядь. Ну, хочешь идти. Так, глядишь. Ёлка. Ну, автоматически она стянулась, блядь. Не пойми куда. Так ты же рядом стоишь. Но... Нет, то за тебя не могу зацепиться. Не могу. Нету точки зацепления за тебя. У меня звук есть, как будто я цепляюсь за тебя, но не цепляюсь никуда. Я тебе говорю, я вот навожусь на тебя, точки нет. О, все появилось. Типа сильно далеко будет? Нет, в радиусе зеленый у тебя будет. Чтоб не это немножко развернуться. Не толкай ты его. Едет он. Он застрял, не едет.
Топ. Дерево? Дерево. Подожди, не подпирай, сейчас посмотрим куда. Вот стрелочка. Нет, может тебе надо будет куда там самолет. Так, куда его разгружать надо, не показано? Я не вижу пока. А, вот распаковаться. Распаковал бы себе хорошо. А да не грузит. Значит, вот где я стою, его сюда, наверное, разгружать. Ну что, есть возможность распаковать? Ой, это. А? Да, сначала наступить надо. Нечего грузить. А, надо, наверное, было бы с этим. Когда на кране держишь. Все равно нечего грузить. А что, это надо было с прицепом заезжать и разгружать? Пекутина. Давай попробуем прицеп. У меня только было распаковать. Сможешь сейчас подъехать? Сейчас. Мне там лаву торчать. А для чего тогда кран нужен был? Не знаю. Да, теперь еще прицеп бы как бы прицепить, блин. Угу. Тащи прицеп. Но я не могу его прицепить. Вытащи его в снегу. Подожди, подожди, подожди. Сейчас остановить стрельбу. Сейчас прицеп слишком далеко. Вот опять стрелочка появилась. Ну. Прицеп сюда поставить и распаковать, а я нажму кнопку.
Ты распаковать? Да, попробуй распаковать. На этот. Нет, все равно, нифига. Ну тогда машину подальше убери. Я не знаю, для чего тогда кран. Сюда показывает погружать было. Стрелочку-то я вижу, что она показывает, что там.